В центре федеральных округов Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск. Сегодня эти города являются центрами федеральных округов. Сегодня, во все времена, они играли заметную роль в истории России. Последняя летняя резиденция Романовых, Павловск, город Пушкин, Царское Село, где нужно обязательно увидеть янтарную комнату, Александровский дворец с парком и, конечно, лицей. Это самые знаковые исторические места России.